Morning, Excellency. Good morning, Excellency. Please welcome. Good morning. Доброе утро, Сима. Добрый день. Господин Садик, мне приятно с вами сегодня встретиться. Правда, путь ваш был очень долгим после моего приглашения в Беларусь, но я очень рад, что вы в год 30-летия установления наших отношений приехали в город-герой Минск. Мы сегодня хотим, как мы договорились с вашим премьер-министром недавно, возобновить, проревизировав наши отношения, вывести их на еще более высокий уровень, чем это было раньше. В этой связи мы договорились выработать совместный план, дорожную карту на 25-27 годы, где определить основные направления нашего сотрудничества. И я бы очень хотел, чтобы парламентарии наших стран были вовлечены в создание этого плана наших отношений между Беларусью и Пакистаном. Создавая эту дорожную карту, нам придется осуществить ревизию наших нормативно-правовых актов, наших соглашений, меморандумов, договоров, подписанных между двумя странами. И в этой части депутаты смогли бы способствовать более качественной разработке дорожной карты. Я также хотел бы, господин председатель, воспользоваться случаем и поблагодарить вас за вашу поддержку Беларуси в Организации Объединенных Наций и преступлений в Шанхайскую организацию сотрудничества. У нас в этих и других международных организациях сложились хорошие отношения по поддержке друг друга. Надо продолжать такую политику и углублять ее. Беларусь к этому готова. Я также был бы очень заинтересован, если депутаты обеих стран, депутаты парламента, подключатся к работе нашей торгово-экономической комиссии и будут как-то ее подталкивать в работе. Мы посмотрели торговый оборот между Белоруссией и Пакистаном за последние годы. Он в среднем равен или чуть выше 50 миллионам долларов. Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Белоруссией и такой страной в 200 с лишним миллионов человек – это, я бы сказал, даже мизерный. Поэтому нам надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот. Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям, которым вы пожелаете. Excellency, thank you very much for taking out your precious time. Господин президент, большое спасибо за ваше драгоценное время для того, чтобы встретиться со мной. Господин президент, я теплотой вспоминаю нашу встречу в 2016 году во время вашего визита в Пакистан по приглашению Наваза Шарифа. Вы совершенно правы, поездка действительно была долгая, но на самом деле, если мы говорим о друзьях, то время не имеет значения. Я передаю вам самые теплые пожелания от моего премьер-министра и особые поздравления и пожелания от лидера партии господина Наваза Шарифа. Он посылает вам особые теплые пожелания, поскольку считает вас личным другом. Господин президент, я с вами совершенно согласен. Действительно, у нас хорошие двусторонние соглашения. У нас насчитывается более 90 двусторонних соглашений и договоренностей. Однако мы имеем дело с тем фактом, что они на практике не реализуются в достаточной степени.